Восьмой раз в Ульяновске прошел театральный фестиваль «История государства российского, отечества и судьбы». Он стал одной из самых ярких традиций декады отечественной истории. В 2023 году в фестивальную афишу вошли спектакли 8 театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Тольятти, Димитровграда и Ульяновска. Получилось возродить интерес к нашей истории. Это в определенной степени федеральная значимость фестиваля, потому что фестиваль мотивирует театры различных регионов России к тому, чтобы создавались спектакли, в которых говорится об истории этих регионов, о тех людях, которые там жили, были и созидали. Один из спектаклей, который сыграл Ульяновский драматический театр имени Гончарова, стала драма «Капитанская дочка». Предание Пугачёве ожило благодаря драматургу Инне Гридиной. Она написала инсценировку по произведению Пушкина специально для Ульяновского драматического театра. Спектакль «Визитную карточку» Ульяновской сцены поставил режиссер Олег Липовецкий. Но в этом фестивале он участвовал как художественный руководитель Московского еврейского театра «Шалом», режиссер и актер. Среднестатистическим ребенком не был. Я был очень толстым ребенком, в скобленных на пирожках бабушки Клады, рисовой каши мамы и коржиках бабушки Лилы. Но толстые тоже хотят быть разведчиками. Поэтому я залез и застрял. Выступление театра открыл моноспектакль Олега Липовецкого «Жирная Люба» по автобиографической повести исполнителя «Жизнь номер один». Миссия нашего театра – это профилактика фашизма, насилия, ксенофобии. Наш театр говорит о добрососедстве и говорит о том, как оставаться человеком в самых невыносимых условиях во все времена. В этот же день на малой сцене Ульяновский драматический театр сыграл постановку по роману Гончарова «Обрыв». Спектакль режиссера Веры Поповой был создан по итогам лаборатории, посвященной памяти выдающегося театрального режиссера, народного артиста России, лауреата Государственной премии Российской Федерации Юрия Копылова при поддержке правительства Ульяновской области. В афишу фестиваля «История государства российского, отечества и судьбы» вошли спектакли по произведениям и биографиям отечественных историков. Так, театр на Литейном из Санкт-Петербурга сыграл спектакль «Петр и Алексей» по третьей части трилогии писателя, философа и историка Дмитрия Мережковского «Христос и Антихрист». Она имеет два названия – «Антихрист» и «Петр и Алексей». Именно вторая составляющая оказалась в фокусе внимания режиссера и автора инсценировки Сергея Морозова. И вот этот странный и очень противоречивый диалог отца и сына, в общем-то, лег в основу нашего такого творческого исследования. Как только у нас появился этот спектакль, я даже ждал, когда будет приглашение на этот фестиваль, потому что как не на фестивале, посвященном истории государства российского, тем более, что действительно Николай Михайлович Карамзин описывал это время и исследовал это время. И для нас было важно действительно творческим способом сделать живую историю. В день закрытия фестиваля драматический театр «Колесо» имени Глеба Дроздова из Тольятти на сцене Ульяновского драматического театра представил историческую драму «Татищев. Сказание о звере-мамонте» по пьесе Александра Игнашова. Ирина Антонова, Анатолий Рассохин, Улправда ТВ.